В картинной галерее города Черкесска открылась выставка творческих работ преподавателей детских художественных школ и школ искусств. Десятки произведений представлены в разных стилях и жанрах. Выставка под названием «Творчество наставников» продлится до 15 февраля. С торжественного открытия Дарья Тендит. Художники умело соединяют натурность и эмоциональное состояние. Они как будто становятся частью этого ландшафта, а он, в свою очередь, проникает глубоко вовнутрь и достает все самое скрытое, сокровенное. И тогда картины получаются такими, что от них сложно отвести взгляд. Две своих новых работы «Портрет» и «Автопортрет» представила преподаватель детской художественной школы Наталья Мурашова. На «Автопортрет» художница уделила немного места, скромное изображение в нижнем углу картины. Необычное использование красок раскрывает богатый внутренний мир. А вторая картина – «Портрет ученицы». Вдохновляет, как говорится, у художника муза, а у нас у художника-педагогов обычно вдохновляют дети, их работы. Вот они пишут, и мы с ними пишем. Или мы пишем, а они за нами пишут. Педагоги-художники – это люди, сочетающие в себе педагогический талант и мастерство художника. Полотна более 25 авторов расположились в двух залах картинной галереи. Каждая картина – это отражение индивидуальной техники написания. Педагоги художественных школ, помимо преподавательской деятельности, успевают заниматься личным творчеством, активно принимают участие в выставках и конкурсах, отмечает Прасковья Маркова. Ведь кроме ежедневной работы с детьми, кропотливой, ежедневной, тяжелой, они еще работают творчески. Они находят время, они находят силы, но самое главное у них желание творчески работать, выразить себя. Причем на выставке вы увидите работы в самых разных видах, жанрах, техниках. Это манера каждого своя, индивидуальная. Открывали выставку в торжественной обстановке. Организаторов, участников и гостей мероприятия, учеников художественных школ поприветствовал исполняющий обязанности директора Республиканского музея-заповедника Ханафи Хасанов. Он отметил, что благодаря деятельности педагогов-художников происходит активное развитие творческого направления подрастающего поколения. Хочу поблагодарить всех преподавателей, чьи работы сегодня здесь экспонируются и чьих работ нет. Большое вам спасибо за ваш труд. Особенность выставки в том, что воспитанники, обучающиеся изобразительному искусству, смогут увидеть творчество своих педагогов несколько под другим углом. Посмотреть выставочные работы и поддержать своих наставников пришли ученики художественных школ. Все картины здесь очень красивые. Можно на каждую любоваться очень долго. Выставка очень глубоко и разнообразно показала творчество художников-преподавателей. Посмотря выставку, каждый найдет что-то свое. Но самое главное – это атмосфера выставки, которая очень вдохновляет. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.